Сегодня мы вам расскажем об устройстве и 10 лайфхаков с ним, которые превратят ваше жилище в умный дом. Часто по своей забывчивости мы оставляем включенными различные электроприборы, или наоборот, необходимо что-то включить. Оказывается, давным-давно существует программируемый таймер, который делает все это за человека. Если включить водяной электронасос через таймер, то ваши растения автоматически польются, и насос в заданное время выключится. Оставлять без присмотра зарядку аккумулятора опасно, от перезарядки он может взорваться. Запрограммируйте включение и отключение автомобильного аккумулятора, и вы всегда будете спокойны. Если у вас сломался телефон, а под рукой нету будильника, и проснуться вовремя просто необходимо, то если в таймер включить настольную лампу, приемник или телевизор, то из этого получится отличный будильник. Яркий свет или громкий звук разбудит вас, и вы никуда не опоздаете. А данным лайфхаком вы создадите присутствие хозяев в доме. Никто не подумает, что в нем никого нет. Этим вы отпугнете воров в свое отсутствие. Включите ночной светильник в таймер, и он за вас будет автоматически включать и выключать свет. Если необходимо включить тепловентилятор в доме или в теплице, чтобы в утренние заморозки уберечь ваши зеленые насаждения, то советуем воспользоваться программатором, и вы и ваши растения всегда будете в тепле. Как часто вы засыпаете под включенный телевизор? Например, я часто. Переподключите свой телевизор через таймер. Вы уснете, а телевизор выключится потом. Чтобы уберечь свой телефон от перезарядки, включите зарядник телефона в таймер, и в заданное время он выключится. Бывает необходимо досвечивать в темное время суток цветы и растения. Просто воткните шнур настольной лампы в программатор, и он продлит световой день столько, сколько необходимо вашему растению. Как приятно с утра встать, а ваш электрочайник уже подогрет. Установите таймер на время, когда вы будете завтракать, и он вас приятно удивит. А вот и наша головная боль. Забытый включенный утюг. Как много пожаров происходит из-за этого. Подключите утюг в таймер, установите отключение на 15 минут. И большой беды не произойдет. А сейчас о конкурсе. Предложите, где еще можно использовать данный прибор. Подписчику канала, который предложит самый лучший и интересный вариант, мы подарим таймер. Вышлем его по почте в любую точку мира. Итог подведем 1 августа 2016 года. Понравилось видео? Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи!